То, что студенческая пора самые беззаботные и счастливые, знают все. Но когда ты сам студент, порой не до конца осознаешь, что это лучшие годы. Радуйся жизни, стремись, учись и задумывайся о будущем. Этого желали со сцены нынешнему поколению кузнецких студентов. Сегодня, конечно, в зале приятно видеть столько молодых людей, кузнечан. На вас надежда. И хотелось бы пожелать, чтобы, пройдя вот этот путь обучение в учебных заведениях, вы остались здесь, на Кузнецкой земле, на Пензенской земле, но в первую очередь, конечно, в городе Кузнецке, чтобы ваши знания, ваш небольшой пока сегодня опыт жизненный был востребован в Кузнецке. Встреча мэра с молодежью не ограничилась только поздравлениями. Кузнецкие студенты решили пообщаться и задать волнующие их вопросы главе исполнительной власти города. Волновал юношей и девушек тема отмены государственных стипендий студента мощных отделений. Этот вопрос сегодня поднимается на уровне правительства страны. Сергей Козин успокоил ребят. Я думаю, что все специалисты, желающие работать в Кузнецке, они найдут свои применения. Актуален был вопрос об участии молодых семей в различных жилищных программах. Мэр заявил, главное, что здесь необходимо, это информирование и активность. Кузнецкая молодежь должна изучать условия всех программ и пытаться в них вступить. А власть своей страны готова оказать содействие. Закончив серьезными вопросами, ребята не могли не спросить мэра о его студенческих годах. Студенческой жизни, во-первых, запомнилась сама студенческая жизнь. А во-вторых, наверное, первая любовь. Первая любовь – это, пожалуй, самое большое переживание в студенческие годы. Проблемы, споры об устройстве жизни – все это приходит, когда у студентов меняется статус, и они становятся взрослыми самостоятельными людьми. Но все это будет потом, а пока молодежь веселится и радуется своей беззаботности.